террористка или политическая заложница? В Турции начался процесс над немецкой журналисткой Мишале Толу. В чем ее обвиняют и какое наказание грозит, подробнее узнаем от Татьяны Лагуновой. В Турции это заседание называют судебным процессом, в Германии – политическим фарсом. На скамье подсудимых 17 человек, среди которых и гражданка Германии турецкого происхождения Мишале Толу. Журналистку, которая работала в Стамбуле на левое информационное агентство, обвинили в членстве в марксистско-ленинской коммунистической партии. В Турции она запрещена как террористическая организация. Обвинения, по которым немецкие граждане находятся в тюрьмах Турции, по нашему мнению, возмутительны и необоснованы. И надеемся, что процесс против госпожи Толу будет прозрачным и справедливым. Но мы не раз давали понять, что сомневаемся в соблюдении Турцией принципов правового государства. Поддержать журналистку приехали и депутаты Бундестага от партии «Левые». Пообещали, что будут требовать от правительства Германии ужесточить политику в отношении Турции. Что именно делать, это открытый вопрос. Но я считаю, нужно усилить давление на президента Эрдогана, чтобы немецкие граждане оказались на свободе. Сейчас в тюрьмах Турции находятся более 10 немецких журналистов и правозащитников, которых Берлин считает политическими заключенными. Германия уже призвала своих граждан без надобности не ездить в эту страну. И пригрозила поднять вопрос об остановке любых переговоров о вступлении Турции в ЕС. Анкара ответила в своем духе. Не особо и хотелось. В турецкой тюрьме Мишале Толу сидит уже 5 месяцев вместе с сыном, которому недавно исполнилось 2 года. Как долго продлится процесс и каким будет приговор, предугадать сложно. Но если журналистку признают виновной, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».